Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды и смотрим. Лига самураев. Кто б сомневался, Лига самураев. Никуда ты от нее, блин, не денешься, а? Какое бы ты место ни занимал на бусте, тебе все равно скинут до Лиги мастеров. Вопрос только, какая звездность будет? Одна, две или три? Но ты обязательно будешь именно там. Напрягает, напрягает. Так, Крис Брэдфорд упал. Сейчас, ребята, курицу жарил. Я не знаю, что произошло. Почему она так расшкварчалась, эта курица. Короче, у меня весь жир по всей, ребята, этой, как сказать тебе, по всей духовке, короче, весь жир. Все горит, дымище, блин. Пришлось, короче, выключить, достать курицу, она не доделалась нифига. Мне кажется, знаешь, в чем была проблема? Я ее доставал с морозилки. Она у меня пролежала на оттаивании, ну, приличное количество времени, где-то около, наверное, 10 часов. И я ее положил в духовку, и такое вот ощущение, что она не совсем растаяла, и когда начала жариться, короче, потекла вода из нее. Ну, лед начал, естественно, таять, и пошла вода. И вот этот вот с жиром, с маслом, вода все начала по стенкам там идти. Начало, естественно, все это масло гореть, дымиться, и в итоге фигня получилась. Все квартира пропахла этим запахом жира горелого. Блин, фигово, конечно. Так, подожди-ка секунду. Давай-ка бросим баллон. Я думаю, что с баллончика не все упадут. Угу. Кроме кабана. Все, кроме кабана. Кто бы, блин, он еще и хильнулся, а? Ты посмотри на него. Ну, слава богу, этому не помогло. А мы, ребятушки, двигаемся с вами дальше. Так, Лига Сёгунов у нас взята. Я думаю, что сегодня, может быть, попробуем каким-то макаром добраться до Лиги Мастеров. Но это маленький, очень маленький шанс. Я бы даже сказал, милипусечный шанс, что мы с тобой попадем. Но мечтать не вредно, вредно и мечтать. Я, ребят, помечтаю немножко. А вдруг получится, а? Вдруг каким-то образом у нас это выйдет, и мы попадем. Так, я уничтожаю Леонардо, потому что я не хочу, чтобы он здесь хилял. Так, ультразвук. Давай, наверное, Леонардо здесь тоже шваркнем. Такс. Не дай бог Кирби сейчас ушатают, а? Сфига ли ты, блин? Все, ему кранты, ребят. А, нет. А могли бы, если бы сейчас Донателло бы не ставил, не стал ставить бы себе блок. Точнее, защиту. Хиляемся срочно. Ну-ка. Да ты, какой ты Кирби, я прям не могу. Ну, давай, Шархан. Солидно. Кирбивато. Что по хп, что по атаке. Вообще, ребята, ватник ватником. По-другому его и не назвать. Ну что же, погнали дальше. Может быть, все-таки дадите мне. 15-20 найдено. Так, ну что, у противника у нас 53 уровень. Мы с тобой на 56-м. Я возьму, наверное, на всякий случай здесь паукуса. Ну, погнали. Начнем с паутинки. Да ладно. Так, минус Крис. Ё-моё, он хиляет. Он хильнул команду свою. Блин. Ну как так-то, а? У-ху-ху-ху-ху-ху. Морозилка, ты походу все. Сейчас отдуплишься.
Давай тоже хиляться. Так, кабан хочет сходить. Я, наверное, сейчас ускорюсь. Ну, ты видишь, да, что он делает? Нет, не пробил. С разбега бежит. Ну давай его битыми этими. Черта не получается, а. Ну-ка. А если так еще? Бортани его, пожалуйста. Ну, замедлях это тоже хорошо. Так, хил. Слушай, фул хп. Минус. Я, если честно, не ожидал, что у нас вот такой вот поединок будет. Долгий. Просто, друзья мои, долгий поединок. Но, тем не менее, мы выбрались. Если бы, конечно, не кабан. Ой, если бы не носорог. Рокстеди, да? Если бы не его провокация. Ничего хорошего у нас бы тут не получилось. Это я тебе точно говорю. Так, давай 15-20. 15-20. Так, я возьму здесь, наверное, Усаги. Не будем рисковать. Потому что 70-ники, как я понимаю, против 56-х не особо-то хорошо рулят. А вот соточка, я думаю, вполне. Ну, сейчас проверим, как Усаги справится здесь. Всех положит или опять один кто-то выживет? Да, тут выжило аж двое. Но это временный эффект. Так что, ребятушки, переходим на следующий поединок. Есть. Сёгуны, две звезды, ребята. 94-я позиция. Хотелось бы получить 16-21, но... Не дадут. Не дадут они мне. Возьму тогда я здесь слэша. Ну, опять же, ребята, слэш. Не знаю, как он с этими ребятами сейчас будет справиться. Мы глянем через его массовую атаку. Сам видишь, да? Фигово он справляется. Но Майки сможет добить. Там у них чуть-чуть здоровья. Я уже даже не знаю, как их назвать. Почему постоянно один выживает, а? Не мог он пробить, а? Ты посмотри на него. 72-я позиция. Так, ну давай здесь... Ой. Хотя, ладно. Если я возьму Леонардо, то в принципе... В принципе, Леонардо должен шваркнуть своей вертушкой и этого Микеланджело, и всех остальных. А если не уложит? Не, должен уложить. Угу. Немножко засомневался, но все-таки, ребят, получилось как надо. Полтинничек у нас. Угу. 16-21. Ну что, берем Бакстера Стокмана. Но не забывай, что у них уже 60 уровень. 57, 59 и 60. То есть как бы особо здесь... Блин, в кого бьет? Ух ты! Блин, а если сейчас Донателло сделает массовую атаку? Надо ушлепать. Давай с локтя ему. Круто. Так, пробей его. Есть. Это ему ответка, отместка за то, что он бомбил по нам. Но представляю, такой носорогом, ну этим, своим рогом бомбануть. Мало не покажется. Так, 16-21 хочу получить. О, было, блин.
есть. Так, ну что, я, наверное, здесь возьму Макмана и... на всякий случай возьму Железноголового. Хотя... ну, Макман должен, по идее, это справиться один. Сейчас проверим. Противник 60 уровня. Ну-ка. Угу. Должен, но не справился. Поэтому хорошо, что Железноголовый у нас здесь был. Как говорится, он уже пошел на добивку. Ну что, я думаю, что до Лиги Мастеров, в принципе, есть, ребята, шанс добраться. Давай возьмем вот так вот. И вот так. Что у нас там по массовым атакам? У нас у Донателло только массовая атака, да? И, ну, Рафаэль в провокацию встанет. Еще сделаем здесь уклоняху. Вообще шикарно будет. Поехали. Донни сразу отдуплился. Берем на всякий случай провокацию. Хотя здесь вряд ли уже кто-то выживет после массовой атаки. Угу. Выжили. Мало того, что выжили, еще и песни попевали. Ну вот. Ребята, Лига Сегунов 3 звезды. Лига Сегунов 3 звезды. Так, возьмем вот этих двух. Зек плюс Рафаэль. Зек плюс Рафаэль. Один бомбочками бомбит, другой черепки бросает. Ну, я думаю, этого должно хватить. Давай проверим. Конечно, хватит. Ну, Рафаэль красавчик. Ты видел, сколько он хп отнял? Практически все. Там осталось у них микроны. Так, 63-я позиция. И давай вот эту вот возьмем. Думаю, достаточно будет Ваньки и Пиццелицева здесь. Хотя, мне кажется, даже Ваньки одного было бы достаточно. Сейчас посмотрим с гранатомета, как он уложит их или нет. А-а-а. Даже так. Слушай, ну Шредер выжил. Майки тоже. Вот как-то так, ребята. Все-таки Ванька не справился с поставленной задачей. Ну, давай возьмем вот эту, наверное, команду. Здесь будет достаточно, мне кажется, одного Армагона, чтобы всех в пыль превратить. Леонардо и Рафаэля. Ну, всех одним словом. Как бы вообще без проблем. Блин, как мне вот эта вот муха бесит. Этот Бакстер Стокман. Сразу вспоминается фильм «Муха». Смотрел кто-нибудь из вас? Старенькие-старенькие ужасы, но довольно прикольно. Вот, и то же самое. Муха, ё-моё, навозная. Там чувак, короче, делал эксперименты по телепортации. Я про фильм рассказываю. И во время телепортации к нему залетела муха. Вот. И он телепортировался с одного, скажем так, купола в другой, да, вместе с мухой. То есть у него перемешались вот эти вот ДНК. Ну и он вроде бы, да, нормально, все, у меня получилось, все, я придумал телепорт. А потом он начал мутировать. Начал превращаться в муху. Такой фильм прикольный. Но старый, еще раз повторяю, так что на супер графику, там, ребят, в то время-то, по-моему, компьютерной графики-то и не было. Все было это, ну как сказать, кукольное, да, вот это, кукольные эти... маски, грим, ну, все такое. Так, ну что, ребята, мастер. Мастер, одна звезда. Это меня вообще радует. Так, ну что у нас? У нас остается только Крэнк.
получается, да? Ну, Крэнк тоже сам за себя постоит, я думаю, с помощью... Не знаю, выживет он или нет. Потому что противник уже 67 уровень, почти 70, а он Крэнк один. И его супер удар, мне кажется, вряд ли сможет вырубить всех. Но мы попробуем. Возьмем только кого-нибудь поменьше. Давай вот этот вот, наверное, отряд возьмем. Ну что, Крэнк, будет тебе сейчас испытание. Единственное, что у Крэнка хорошо две атаки массовые. Первая это луч, вторая это ракеты. Вау! Ты видел? Иммунитет, нафиг тебе иммунитет, кабан, тебе это уже не поможет. Слушай, Крэнк справился. В соло он, ребята, одолел вражескую команду. Ну, а мы с ареной на сегодня закончили. Две ступеньки пролетели. Так, зайдем в магазин, заберем бесплатно нашу колоду. Так, давай теперь пройдем, наверное, серию испытаний. Раз. Два, три. Четыре, пять. Такую команду я выбрал. Я специально взял, ребята, потому что здесь одна волна, и мы как бы быстренько сейчас просто пробежимся. Единственное, здесь кто? Леонардо, да? Со своей отложенной смертью. По-моему, он может нам мозги здесь компенсировать. Ну-ка, проверим. Вертушка. Ну да, да, так и есть. Именно Леонардо. С его отложенной смертью. Вот так как у нас, ребята, соточку все имели бойцы, поэтому инициатива у нас намного круче, чем у него. И, соответственно, мы не дали шанса ни одного противнику. Так, теперь ищем. Слушай, пиццелит свой смогу прокачать или мне не хватит? А-а, не хватает. Ну что ж, тогда куда еще будем прокачивать? Так. Четыре кошки надо, да, найти. Так, это у нас вторая. Третья. Ну, господи, ну дайте четвертую кошку-то. Студенческий билет. Так, четвертая кошка выпала. Шесть шляп с напитками. В общем, ребята, мы задание выполнили. Забираем здесь наши награды. И вроде бы все, да? Ну да, ребята. Пока все. Ну что, неплохо. Лига мастеров, одна звезда. Позиция у нас какая там получается? 62-я. Завтра, я думаю, до лиги... До Лиги Мастеров попробуем 3 звезды подняться. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.